Всем привет! С вами снова я, Елена, и сегодня хочу распаковать, точнее посмотреть с вами наполнение еще одной коробочки New Beauty Box, вот такой вот красивый. Как вы знаете, я уже их три коробочки распаковывала, и в принципе чем-то я уже пользуюсь, чтобы вам не просто показать, что внутри, а сказать, там хорошее средство, стоящее, нет. И я уложила все обратно в коробочки, как было это, когда я только их получила. Поэтому можно сказать, что мы с вами смотрим их в первозданном состоянии, как вот я их получила с почты. Поэтому давайте открывать и смотреть, что внутри. Я вам покажу и расскажу то, чем я уже воспользовалась, попробовала. Вообще, как это наполнение. Опять же, хочу сказать, что стоимость коробочки обошлась мне в 990 рублей всего лишь. Вот. И я также буду называть цены. Вы сейчас их сможете увидеть в этой открыточке, которую они кладут в каждую коробочку. И, в принципе, прикинуть самостоятельно, да, сколько по цене выходит наполнение. И сколько, собственно, стоит коробочка, соразмерно это или нет. Вот такая вот открыточка. Коробочка называется Perfect Skin. И вот такое тут наполнение. Можете поставить на паузу, кому интересно, ознакомиться с содержанием и почитать по цене, как использовать средство. А мы с вами переходим к наполнению. Так, и вначале тут, как всегда, идут всякие информационные брошюрки. Брошюрка от Азия Спа. Помните, у меня был крем с шоколадом. Шоколад с корицей. Вот тут он как раз представлен. Вот, в общем-то, неплохая фирма. Советую попробовать. Так, Акулья Сила, тоже брошюрка, можно ознакомиться со средствами, пройти на их сайт, да, и посмотреть более подробно. Дальше, вот эта вот листовка меня прям очень заинтересовала. Это тушь для ресниц с каким-то медицинским эффектом, ну, то есть тушь для ухода, роста и пигментации ресниц. То есть как бы не просто тушь, а еще обладающая лечебным эффектом. Я уже подумываю ее заказать, потому что немногие знают, у меня аллергия на любую тушь, и ну, найти подходящую тушь для ресниц я себе не могу. Пробовала разные, и дешевые, и дорогие, и водорастворимый, и стойкий, и все на все у меня аллергия. Поэтому, может быть, одна из причин, да, почему я не крашусь. Вот. Как видите, она продается исключительно в аптеках. Нужно посмотреть, поспрашивать, есть ли у нас такая в наших аптеках. Вот, в общем-то, двухсторонняя такая брошюрка. Также вот такая вот брошюрочка. Фармагиалурон. Это всякие тоже сыворотки. Ну, интересная информация, да, как это все работает, из чего это сделано, кто это делает. В общем-то, здесь приводится. И я так понимаю, что одна из них здесь представлена розовая и голубая. Да, одна из них находится в коробочке. Вот. Есть еще белое, но это я не знаю что. В общем, тоже интересная вещь. Будем все изучать. И давайте приступим уже к обзору. У нас идет вот такая масочка. Масочка для лица. Deep Detox называется. Цена одной маски 224 рубля. Мне кажется, дороговатая маска такая. С компанией Cetua незнакома. Давайте посмотрим.
Производитель Корея. Да. В общем-то, должна быть хорошая. Я такую не встречала. Одна тканевая маска с экстрактом бамбукового угля бережно очищает, делает ее кожу гладкой и сияющей. Будем пробовать. Как видите, еще я не распаковывала. Так, это какой-то бонус. Это оставим на потом. Так, вот такая вот масочка от Чистая линия. Увлажняющая тканевая маска для лица. Цена 87 рублей. Как бы тоже не пробовала от Чистой линии маски. Тканевая маска, салонная процедура, увлажнение, бореальный фитококтейль. Фитотерапия. Изготовитель Ленинградская область. Вот, тоже попробую, расскажу вам свои впечатления, потому что, может быть, вы уже наслышаны, что маски я люблю. Я все, что на лицо накладывается, а особенно тканевые маски, это прям моя какая-то страсть. Так, масочка от Азия Спа. Увлажняющая спа-маска с лифтинг-эффектом. Цена 57 рублей. Вот такая вот увлажняющая, да, маска для лица. Живительный иланг-иланг называется. Вот такая красивенькая. Производитель Москва. Азия Спа, совсем не Таиланд. Дальше у нас идет вот такая масочка. Тоже тканевая маска для лица. Коллагеновая. Анти-эйдж. Бьюти-визаж. 65 рублей. Но в брошюре представлена тонизирующая, а здесь коллагеновая. То есть положили что-то другое. Одно применение, одна процедура лазерного омоложения лица у косметолога. Подходит для зрелой кожи. Российский институт красоты и здоровья, плацента, пептиды, секреты улитки. Так, и производство здесь вообще не найти. Вот, производитель Москва, фитокосметика. Вот такая масочка тоже. Расскажу вам, как понравится, нет. Дальше, вот такой вот скраб для лица, омолаживающий. Цена 59 рублей. Виноградная косточка, масло ши, масло кокоса. Все, как я люблю, прям самый лучший состав. Произведено город Москва. Кстати, Акулисила, тот же адрес, что и Азия Спа. Это довольно-таки странно. Производство, ну, торговые марки разные, а производство одно и то же. Но будем пробовать, потом вам расскажу. Так, дальше. Давайте вот эту вот коробочку симпатичную достанем. Это у нас тонизирующая сыворотка для кожи вокруг глаз. Я так понимаю, что это полноразмерная версия. Ее стоимость 390 рублей. Я ее еще не открывала. Как видите, она запечатанная. Давайте откроем. Посмотрим, какой там флакончик внутри. Вот такой замечательный белый флакончик. И сыворотка тоже белого цвета. А здесь пипеточка, это мягкая штучка. Ну, все написано. Тонизирующая сыворотка для кожи вокруг глаз устраняет следы усталости. Будем пробовать, потом вам расскажу свои впечатления. Ну, выглядит все очень круто и презентабельно. Так,
Дальше у нас вот такая вот идет масочка. Даже не масочка, скраб. Мягкий скраб для лица. Это полноразмерная версия. Ее стоимость 75 рублей. Давайте с вами распакуем. Вот так он выглядит. Небольшой. 50 миллилитров. Так, и он у нас почему-то не зафольгированный. Вообще никак. Хотя я им еще не пользовалась. Вот, ну, это странно. Итак, переходим к следующему. Вот такая вот большая, большая масочка от Markel Cosmetics. Это у нас... Так, сейчас. Да? Или нет? Да. Это у нас дневной крем-комфорт с муцином улитки. Да, вот натураль называется. Для лица и шеи маска-пленка. Очень интересное средство. Интересно с ним работать. Я уже наносила один раз. При такой интересный эффект, то есть кожа становится мягкая, шелковистая и снимается очень интересно. Чем-то напоминает альгинатные маски, да, то есть вы их наносите, они как бы подсыхают, происходит какая-то реакция, да, и они становятся пленками. Вот это что-то типа того. И снимается она снизу вверх, соответственно, одним движением руки практически. Очень интересное средство, но когда подойдет к концу, мы с вами обсудим, я расскажу, понравилось в целом или нет, есть ли какой-то эффект. Но пока что все нравится. Так, дальше у нас вот такой вот маленький флакончик. Это у нас солнцезащитный крем 50+. Не знаю даже, нужно ли, хотя я слышала на него отзывы. Вот такой пробничек, это пробничек, полноразмерная версия, стоит 1165 рублей. Я буквально у кого-то из топовых блогеров слышала на него отзыв, что очень многие хвалят и говорят, что это крутая штука. Вот. Я не знаю, то есть я имею в виду, что есть блогеры, которым не 50+, а там 35+, 40+, и они пользуются конкретно этим, именно 50+, и говорят, что это прям суперская штука. Не знаю, нужно ли. Можно ли, в принципе, человеку там 30+, пользоваться кремом 50+. Я как бы еще эту информацию поштудирую, если что, кому-нибудь подарю, кто постарше. Вот, такая коробочка у нас. Дальше у нас идет вот такая вот сыворотка для лица восстанавливающая с гиалуроном. Это полноразмерная версия, и она стоит 1036 рублей. Давайте ее распакуем. Здесь еще есть инструкция. Так, ну, это можно вот отсюда. Так. Вообще и коробочка такая информативная. Хотя здесь мало что есть на русском языке, но есть перевод вот здесь вот, то можно почитать. Есть также вот такая вот инструкция. Она почему-то склеилась. Так. Здесь можно уже более тоже подробно посмотреть, какие еще есть средства из этой серии. На какую область они работают. Но тоже ни слова по-русски. Но если вы владеете
другими языками, то вполне можете поставить на паузу и познакомиться ближе с информацией. Вот так вот выглядит флакончик. Состав розовый. Нежно-нежно-розового цвета. Тоже вот эта мягкая штучка, пипеточка. Вот, в общем, вот такой вот состав будем с вами пробовать, наносить. И о результатах, о впечатлениях, об эффекте я вам расскажу уже в пустых баночках, наверное. Вот такое средство. И напоследок у нас было два подарочка от Markel и от Herborian. И это у нас получается от Markel. Это дневной крем комфорт с муцином улитки, который, кстати, в полноразмерной версии попался мне в другой коробочке. И также крем для лица Мате. Кстати, вот такая полноразмерная версия стоит 302 рубля. Хотя, кстати, в другой коробочке стоимость была выше. А в Herborian стоит полноразмерная версия 1411 рублей. Вот, так что будем все пробовать и результаты вам расскажу. Вот тут, кстати, есть перевод, что не может не радовать. Вот такая коробочка. Вот такая вот коробочка у меня была интересная. И увидимся с вами в следующих видео, в следующих обзорах, влогах, распаковках и так далее и тому подобное. Подписываемся, кто не подписан. И по всем скучаю, всех целую. Пока-пока!